распоряжении городских дорожников более 170 единиц техники. Большинство машин с летнего режима работы уже переоборудованы на зимний режим. Здесь уверяют, к первому снегопаду готовы. Поливомоечное оборудование уже заменено на отвалы, щетки и бункеры. Впереди еще замена масла, проверка гидравлики. В общем, остался совсем небольшой объем работ. Цепь меняем, пескоразброс уже. Ну а в целом, как работы движутся? Много еще работ или уже практически все готово? Ну не практически все, ну почти 85% готово. Почти на всех 50 комбинированных дорожных машинах установили плужно-щеточное оборудование и бункеры для противогололедных реагентов. Для максимально эффективной борьбы с последствиями снегопадов часть КДМ поставили на круглосуточное дежурство. Сотрудники набраны, расписание составлено. Синоптики обещают похолодание уже этой ночью. Дорожники верстают первые графики выхода спецтехники. Дежурство будет в снегопад выходить 10 КДМ-ок это заволжских, 25 единиц КДМ-ок по нашему берегу, по правому. Вот, около, так, сейчас скажу, около 25 МТЗ тракторов выйдет. Вот. Ну, как бы к снегопаду мы готовы. К очистке дорог, тротуаров готовы и трактора отечественного и белорусского производства. Бобкеты, что летом используются для погрузки и разгрузки асфальта, сегодня оборудованы щетками и роторами для подметания и перекидки снега. В этом году парк техники значительно обновлен. Закупили порядка 15 единиц. Осталось у нас сейчас вот поставки асфальтоукладчика, который должен прийти в декабре. Пришли 4 новых КДМ, комбинированных машин, с зимним летним оборудованием. Мини-погрузчики, погрузчик. То есть вся спецтехника, которую мы закупали, она вся пришла. На базах уже заготовлено 30 тонн смеси песка и соли, а также 300 тонн реагентов. Еще 700 тонн доставят в ближайшее время. Запасов, уверяют дорожники, хватит даже на самую заснеженную зиму. Екатерина Терещенкова, Константин Никитин, репортер 73.